конкурсе фестиваль «Чистой территории» наградили лучшие ТОСы, которые принимали активное участие в озеленении города, ликвидации свалок, проведении субботников. На данный момент в регионе зарегистрировано 376 территориальных общественных самоуправлений. Их деятельность не ограничивается только благоустройством. Активисты помогают многодетным людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, организуют праздники в своих микрорайонах. А в общественную работу подключают и молодежь. Министерство молодежи у нас проводится конкурс среди молодежи ТОС глазами молодежи. Непосредственно ТОС молодежь ТОС создавали ролики и как они видят свой ТОС. Кто-то делал отчет о проделанной работе, чем занимался ТОС, а кто-то строил план на будущее. Вот сегодня у нас такое знаковое мероприятие, приурочено к десятилетию движения ТОС в Брянской области, к пятилетию нашей ассоциации ТОС в Брянской области. По словам Владимира Сидорова, конкурс «ТОС глазами молодых» – единственный в своем роде, где награждают и молодежь. Разделили его на два этапа – отборочный и региональный. Со стороны руководства региона уделяется огромное внимание ТОСам, устанавливаются площадки спортивные, проводятся культурные мероприятия. И мы понимаем, что дальше будущее за молодежью. И также прекрасно понимаем, что для того, чтобы жизнь стала интересней, нам в первую очередь нужно спросить молодежь, а что она хочет, а какие у нее предложения, как она видит работу ТОСов завтра, послезавтра. И поэтому родилась идея о проведении ТОСа, конкурса «ТОС глазами молодых». Среди участников оказались ребята из поселка Красноармейск. В своем видео они показали, что уже сделали в поселке с появлением ТОС и поделились дальнейшими планами на предстоящий год. Ребята столкнулись с техническими проблемами при монтаже, но уверяют, что не расстроились. Теперь настраивают себя на призовое место в следующем году. Получилось видео достойное, чтобы посмотреть. Не на высшем, конечно, уровне, но мы будем стараться. Как сказали, это будут включать каждый год. У нас целый год, чтобы подготовиться к следующему конкурсу. Мы надеемся, что мы возьмем не первое, но хотя бы второе место на следующий год. Не боюсь заявить об этом. Движение ТОС молодеет. Активисты признают, что одна из целей самоуправления – найти талантов, обучить молодежь, чтобы движение ТОС росло и процветало. Илья Михно, Владимир Куликов, Улправда ТВ.